Раз я приехал к ребятам, я не мог не снять рубрику «Трек за 5 минут». Мы ни в коем случае не укладываемся в 5 минут, это все-таки такое условное название. И Леша сейчас накидает биточек. Да, может, уложимся, кстати. Вадик и Анар сделают куплеты. Посмотрим, что из этого выйдет. Начинаем. Да, давайте посмотрим. У меня есть, короче, темплейты. Я вообще всегда работаю по темплейтам. Есть для сведения, для продакшена, для записи голоса. Открой готовый, создания готовый просто. Трек просто. Да, открой просто, минус. Вот, можно, у меня есть вот готовый минус, я его всегда открываю. Когда демиксер приезжает, всегда да. А у тебя, Вадик, такие заготовки есть, которые ты пользуешься? Или ты всегда с нуля начинаешь? Ну да, с нуля в основном. Раньше было, что драм-луп, короче, у меня был, и туда ты сам закидываешь. Ну, я понял потом, что все равно так. Ну, сейчас начали с хэтов. Накидаем хэты. А какие ты сэмплы сейчас чаще всего используешь? Вообще, со сплайса скачал недавно набор Зей, такая группа есть американская. Зейки? Зейки, да. Из альбома АУЕ. Блин, Зейки это... Американская группа Зейки. Да-да-да. Ну, чтобы луп не юзать, у меня есть такая приколюха. Сат Reddit от Изотопа. Такой по MIDI управляется синт. И через него можно пропустить перкуссию и по MIDI сделать. Фантастика. Нравится еще, когда подкладывают петли, ну не петли, это как, так же как перкуссия, только типа, ну вот такой же бит, допустим, современный, а там живые вот эти, ну, роковые, да, какие-нибудь ваншоты, прикольно, такая петля. Я думаю, сейчас бас добавится, сразу станет круто. Да, бас я играю в саблабе. Это новый такой синт, он чисто на 808-х специализируется. Крутой, у них есть пресеты, например, там с треков Кендрика Ламара, там с Дрейка. Ну, короче, много классных пресетов. И ты на нем 808-й нарулёшь. Так, это у нас автотеория такая. Ой, альтернативный хип-хоп. Можно его ставить? Вадик, одобряешь? Ну, нет. Нет? Я бы какой-нибудь не знаю. Ну, хочешь сделать так. А у тебя есть, короче, сэмплы вообще, Лёх? Да, сейчас посмотрим. Может, что-нибудь есть нарезанное? Сэмплы, да, хотите? Вот, короче, смотри. Подними ты этот BPM, пожалуйста. Ненавижу 140, вот этот стандарт. Не умею я так читать. Да у вас 70 дофига. Каспийский груз весь 70. Ну, так 160 это примерно вот тот же, если делить на 2, аж говорю. Вот, уже поживее же, видишь, чувствуешь. Ну вот, такое вот, только его запичить вниз. Вот так и пишем. Хочешь, я сделаю? Альбома, блядь. Что, зачем? Давай. Ну, я могу сделать, если... Не, ну его надо растягивать и пичить. Но это не так вообще, а ты так делаешь? Давай, Вадик, запускайся. Коллективная давай, работа будет. Ну-ка. Не, не так, знаешь, как можно сделать? Ну, я не знаю, получится или нет, правда. О! Ну, ну вот! Все, уже можно записываться. Блядь, совсем другое делаю. Вот сейчас будет. Эй! Папа домой пришел и сразу ослабил, ласкал. На похороны лягу в сланцах и в белых носках. Тоска, этот весь груз на себе таскать.
Нужен опыт отгружен, ты только дай знать. Папа домой пришел и сразу ослабил оскал. На похороны лягу в сланцах и белых носках. Тоска, этот весь груз на себе таскать. Нужен опыт отгружен, ты только дай знать. Задаблим или что? Да, давай. А если поменьше автотюна сделаешь? Да, да, ослабь его. А то что-то несопоставимое. Да. Папа домой пришел и сразу ослабил оскал. На похороны лягу в сланцах и белых носках. Тоска, этот весь груз на себе таскать. Нужен опыт отгружен, ты только дай знать. А что там за слова? Что-то папа пришел. Папа пришел домой и сразу ослабил оскал. Блять, а что это про что у тебя трек? Про... Да это просто четверостишие. Да, это куда-то да пойдет. Прям куплет. Ну, либо хотя бы половинку, чтобы дополнить куплет. Блядь. Даже без надежности грусти ступени. Новый уровень сложности, но будь уж. Можно про папу, кстати. У тебя же про папу. А у меня есть там, мой папа отстаивал демократию. Ну, хотя... Вот с этой строчки можешь и начать. А чё нет? Кофе. Мой папа оставил что пришли другие гандоны. Первый Макдональдс на пушке и Горбачев картонный. У меня охуел, когда увидел Mortal Kombat. Теперь отправляется Вадик Слим. На свой, да. Прошу. Ну давай. Эскалатор безнадежности крутит ступени. Новый уровень сложности, но будьте умнее. Серпантином разложится, звезды темнеют. На картах приумножится, делай холоднее. Мы разбудим спящих в этой гребаной матрице. Живем по-настоящему, бля, где мои 20? Двое засранцев в панцирях, где-то там у черты. В любой комплектации выпилишься и ты. Прикольно. Все, ништяк есть. Давай, Бекки. Бэки запишем. Ну давай. Безнадежности, ступени, сложности, умнее. Разложится, темнеет, приумножится, делай холоднее. Либо сделаем. Давай в тюн ебаш. Ну давай, похуй. О! Все, блядь, бенгер. Так, Лёш, ты же там даже успел подшаманить вокал, да, сейчас? Ну, чуть-чуть, да. Давай послушаем, что получилось. Может, навалить чуть-чуть. Это у тебя просто строчка была, да, в телефоне? Да, ну, четверостишие. Нужен опыт отгружен, ты только дай знать. Эскалатор безнадежности крутит ступени. Новый уровень сложности, но будьте умнее. Серпантином разложится, звезды темнеют. На картах приумножится, делай холоднее. Мы разбудим спящих в этой гребаной матрице. Живем по-настоящему, бля, где мои 20? Двое засранцев в панцирях, где-то там у черты. В любой комплектации выпилишься и ты. Ну и все, опять. Кстати, прикольно получилось. Как думаете, такой трек у вас мог бы выйти? Ну, у нас такого плана и есть трек. Да, он уже вышел. Ты пока здесь прошел. Давайте, если мы соберем там 1015-20 лайков, вы его когда-нибудь доделаете. Ну, давай. Ну и закидывайте им в личку. Пишите, друзья, в комментариях, как вам трек за 5 минут. Дорогой друг, это была только малая часть выпуска. Полную ты можешь найти в описании, в ссылочках, либо кликнув по подсказке. И также заглядывай в мой Инстаграм. Там за день до съемок я публикую пост с анонсом выпуска, в котором ты можешь задать вопросы будущему герою. Также спасибо тебе за просмотр. Напиши в комментариях, как тебе выпуск. И до новых встреч.